сейчас, подождите минуточку, лайк, подписка, ситуация на сегодняшний день, ну и на будущее, потому что чувствую, что это прямо на будущее. Что за ситуация, скажите мне? Русская армия наступает на Житомир и Днепропетровск. Житомир это рядом с Киевом, Днепропетровск тоже рядом с Киевом. Логично, она хочет окружить Киев. Я думаю, она окружит всю Украину, но эти вот санкции и много-много этих вот стран говорят, что нет, не надо этого. Поэтому, я думаю, это Путина нужно окружить. Кстати, еще первый президент Украины захватил Путин из России, Федерации РФ. Вот, и он хочет ДНР ему дать, скорее всего. В общем, что он захватит, что ему он дадит, как он будет править этим миром. Ну, сейчас другое время. Сейчас, наверное, Житомир. Хочу узнать, точно я прав? А то у меня проблемы с этим. Давайте карту откроем. Там тоже стрелять начали, Днепропетровск. Но чтобы попасть в Днепропетровск, сейчас откроем карту. Они, кстати, тоже открывают карту, бомбят воинские части. Тактичные эти русские, потому что в будущем... Ух ты, вот он. Да, вижу. Потому что в будущем ядерная война, говорят, будет. Возможно, не будет, а возможно и будет. Так что, если будет, то, знаете, это пророчество исполнилось. Какое пророчество, как, что происходит, лайк, подписка, я все рассказываю. Так, можно их поправить. Вот, огромная Украина, говорят, да? Посмотрите на это. Сейчас. Ну, в принципе, вот. Посмотрите, Украина и Россия. Может быть, вам у меня было видно, но... В принципе, должно было бы видно быть, потому что именно из-за этого Украина, Россия. Посмотрите на такие страны. Вот посмотрите сейчас карту, зайдите, и вы увидите. Что мы тут видим? Тут прямо четко написано, ну, видно. Украина нормальная. Москва, рядом с ней куча чего-то там такого, это как будто раздвоение личности. А потом уже в конце огромные куски, как будто там миллионеры живут. Если ты хочешь стать миллионером в России, если ты бедный, то едь, пожалуйста, в другой источник сюда, вот, в России. Ведь тут огромная территория, тут горы. Посмотрите, какие там горы. Скорее всего, там точно... Ух ты, что я тут сделал? Там точно есть что-то интересное. Рельеф. Ух ты, рельеф я могу включить. Так, это у нас, как я понял, как будто Китай, да? Через Пермь. Ну ладно, сейчас мы вернемся обратно. В общем, мы узнаем все. НАТО, Евросоюз, Украина хочет вступить, потому что чувствует, что она огромная, эта страна. Всякое такое. Ситуация, так, русская армия наступает на Житомир, Днепропетровск. Уже туда окружает Киев. Смотрите, значит, она сейчас на Киеве, немножко, с Белоруссии, потому что Житомир. Также Николаев, Одесса, как-то уже не нравится им, там мирная страна. А другая западная, там вообще ничего не ведется. Так, кстати, тут показывается еще карте, что ДНР, ЛНР, схватка, то есть захватит ДНР, ЛНР. Так, я понял, сейчас то время, когда воевать нужно, как я понял, да? Но из этого произойдет катаклизма. Три новых котла. Вот текст интересный. У меня, кстати, есть тоже роду, в принципе. Только там я из другой страны, там какие-то роди нельзя прям выкладывать. Дай бог силы и мудрость людям, оказавшимся в эпиляции событий, связанных с изменением мероприятия. То есть будущее будет захватывать России и Днепропетровск, и Житомир. А почему вы не скажете, почему РФ и Беларусь не могут сразу пойти в Киев, захватить и все?
Почему? Потому что Путин знает, что эти страны другие, они активны, они что значит, в общем, там, знаю, политика другая. Там просто куча политиков, которые говорят, что то давай сюда, то давай сюда, вот и получается, что такое. Ага, но в Польше там уезжают украинцы, то есть Львов уезжает в Польшу. Поэтому Россия хочет захватить, тем самым, когда поняла, что реально там он, блин, специально разобрал, да, своим лицом. Ладно, в принципе, знаем, что сейчас Россия не бомбит Львов почему-то. А это значит, что она хочет раскидать вражин украинцев, чтобы они не объединялись, потому что он Путин видит, как они противостоят. Тактика такая еще. У него куча тактик в кармане. Не переставай восхищаться Александром. Лучший блогер в этом тяжелое время. Вот, блин, нужно его догнать. Все точно, конкретно и даже с чувством юмора. Чувство юмора. Интересно. Только один. Ага. Давайте свои поведение, иначе совсем непонятно твои ситуации кордоны с Российской Федерацией. В общем, там война происходит, думаю. Вот сами люди войну хотят в комментариях. Там есть 8 лайков. Тут у нас можно, надо просто продолжать подождать. Нет времени, давай сразу Евросоюз, когда будет все мирно. Ведь мы обратно возвращаемся в СССР. А я хотел, кстати, чтобы летала машина в будущем, чтобы ракеты запускалась. Илон Маск согласен с этим. А если Илон Маск за Украину, то надо уже отдать кордон в России. Но в принципе, мы с вами смотрели Россию, она огромная страна. Хай люди, кто хочет, добро пожаловать в Россию. В принципе, я там смотрел, некоторые хотят. Но потом еще РФ говорят, что потом будут Украина нападать еще на Россию. Это говорят. Они доказывают, ну, говорят, что Донецк, Луганск, Украина продвигается в России, тем самым она захватит полностью Россию. Да, только это не стыковочка. Украина, чтобы захватила полностью Россию. Ну, посмотрите на Украину, она с Россией и Белоруссией захвачена не 50%, а где-то 10, 20, 30, ну, 20 можно, 23%, а у России захвачено 0. Вот. Ноль. В России никто не захватывает. А если мы попробуем захватить Россию, то будет вообще вкусный мед из медвежонка. Наверное, будет такой щедрый давать. Ведь говорят, что реально медведь и мед дают. Ну, в общем, соги он кусается на кого там, на червяков там влазивает, скорее всего. Украина это вроде бы народ, это как Евросоюз. Ну, в общем-то, тронешь народ. Медвежонок, кто, наверное, будешь давать свой мед обратно. Он прикольный будет. Или же будет все наоборот, кто знает. Тот, кто лжет, тот и проиграет. Не только войну, но и собственную жизнь. Вот это, блин, слова придумал. Вы это верите? Кому надо? Да, вот тут комментарии пишут. Ладно, а что другое? Спасибо, Александр. Кстати, еще у нас там... куда я прям ролик запишу прямо сейчас, пока не поздно, улетать куда-то, как называется, экапитуляция, эмиграция, вот на эмиграция в 2022 году, куда эмигрировать России. Сейчас они пишут в интернете, ищут там из Беларуси, из Украины, кто хочет, а кто хочет, кто остается. Ну, в принципе, запишу, чем делом. Значит, вы можете эмигрировать, как я понял, Польша забирает украинцев, можно до них присоединиться. Польша, наверное, номер один, как я понял. Можно вернуться в США, но только вы с РФ придется заново что-то вбивать. США на САПА уже как-то не верят русским, но, возможно, вас примет, если что-то будет. В Украину можно вернуться. Когда вы сможете вернуться в Украину, там только скажут, снова она захватит Россия. И это будет в России, из России захватит. Можно в Украину. Так что первая Польша, вторая Украина, Беларусь. Там можно, кстати, потому что там, я говорю, что в Беларуси живет один король. К
король. Вот. А вот в России живет один захватчик, ну, атакующий стратег, который любит атаковать. Индийский океан, Азербайджан, то всякое такое хочет нападать. И пытается. Потом говорит, все, уже не хочу нападать. Назад, а потом сразу на него хлопана, а потом сказал, ах вы такие, на ему. И получается война мировая. Может дойти до этого. Так что вы должны знать только одно, надо это делать. А вот в Беларусь я бы, наверное, поехал, ведь там живет богатый человек, прикольный, его зовут Ал-4 и другие блогеры Ал-4, Клент, Кобяков, в общем-то они прикольные, которые вам помогут в этом. Ощущение, что вся власть, в общем-то, мы в роли 3. Польша, Украина, Беларусь. Можно еще, да? Китай, Индия. Индии там тяжело выжить, но Китай будет интереснее. Поэтому давали Китай, Индия, Япония. Потому что нацизм, что там капец происходит. Нужно же на Японии очень классно, Казахстан. Там политика, честь перемирия, скорее всего, там тоже можно. В общем-то, можете выбирать, что хотите, в принципе, найдете. Спасибо, Александр. Так. Угу. Напоминание пришло, блин. Очень нехороший человек. Это ваш Зеленский. И я просто не могу понять. Это ж настолько нужно не любить свой народ, чтобы такое творить. А что творить? Я что-то не понял. Русские чуть ли не с рупора кричали, что и когда будет бомбить, а по нац-ТВ ни слова. Там ни слова. Не, объясню, только не по понятию, не сейчас назад. Грубо говоря, от Зеленского. Ну, вроде бы он уйдет, не бойтесь. Но узнаете, что Зеленский один срок, пока есть на данный момент Путин 5. А знаете, когда человек 5 и больше двух, хотя бы трех, это уже начинает 4, думает, о, король, все, пора захватывать. Без Беларуси он тоже 5 вроде бы. Так что, друзья, понятное дело, что нужно свергнуть Беларусь первым, а потом уже, думаю, Россию. Потом уже Украину. Но там у него осталось еще срок 2 года, а кто-то его заменит, скорее всего, Петру Порошенко снова. Будет, конечно, очень плохо, потому что я знаю, что он молодых ребят отправлял в Донецк, Луганск. Так что Россия, если смотрите меня, то предупреждаю, если станет Петру Порошенко, то снова будет война. Я вам говорил, через 2 года снова будет война. А перемирие будет 3-4, да? Блин, возможно, он передумает, да. Потому что он там побит Киев, вернулся Киев, потом уехал Киев. Что происходит, не знаю. Он еще воришка еще у нас в Украине. Кто не знал. Да, сформовалось бюджеты. Бюджет. Вложили деньги, он такой, так, пару мне, пару мне, так, пару вам, пару мне. Вот так он говорит народу Украины. И тем самым говорят, да, уже отправлено войну. Или кто-то им говорит, я его не знаю, но он отправлял молодых туда, забирал танки, и пешком они стреляли. Да, они будут воевать, война будет много. И в будущем, наверное, будет, через 2 года, когда он снова выиграет депутатские штучки. Поэтому, чтобы ее не было, вам срочно нужно Беларусь, потом Россию, потом Украину. Если нет, напишите комментарий, как ты хочешь остановить этих, блин, трех мерзавцев, да, как ты говоришь. Ну, в принципе, сначала Беларусь, Россию и Украину. Это логичным тактикам. Или просто ждем, только ждать нужно сначала помочь Украине, чтобы войны не было. Потом, если, ну, сейчас вы знаете, ДНР, там война с Украиной, Зеленский, из-за того, что он нападает на них, Порошенко был первым, а потом Зеленский вторым, сразу за него голосует. В общем-то, я вообще не понимаю русского мира. Какая речь, я даже вспомнил, а потом вспомнил про 8 лет Донбасса, после его на 3 международных буквы героя САУ. Про Крым ни слова,
коротко написал, обзывался, и тут у него 60 лайков. У меня вроде бы да, ролик наконец-таки набрал 60 просмотров. Наверное, набирает больше, кто узнает. Вот это ложь, пишет в комментариях. Он про русский пропагандист. Пусть идет в Россию и Скорбион, что Скобевой, и там лапает вещат. Как он может поехать в Россию, если он ваш президент? Так он не президента, по-моему. Там лайки. Я, наверное, сам не понял. Возможно, они там гуляют. Хей, гуляют. Пошли другой читать. Какие-то ненормальные. Сумасшедшие, можно так сказать. Будем так нормально. Они также не говорят о всех информационных сообщениях от РФ. И абсолютно игнорируют информацию о Зеленском коридорах. Не понял. А ну-ка, может ролик запишешь ты? Сколько там тебе? 4 часа назад. Евгений Пуртов. Не, это вроде не канал. Такого не знаю. 2200 лайков. Ух ты. 200 комментариев популярных. Канал на YouTube. Нужно его знать. Так. Можно вам что-то сказал там. Сейчас будут блогеры говорить о своих делах. Давай. Не, я ничего не записываю, поэтому стыдно ему. Просто сказал и делайте президенты. Народ говорит, делайте президенты. Зеленский пытается делать, посмотрите на него. А потом уже на короля Беларусь. 5 лет, понятно, что у него логика такая. А первый президент, первый срок, ну, начальный. Второй срок он не пойдет почему-то. А втором пойдет по эту Порошенко, но он будет... Немножко войны, немножко войны. Не говорю, что мировой, но немножко. А как отреагировал Петр Порошенко войны, если Россия забрала Крым, или он договорился с Петром Порошенко, и забрала Донецк-Луганск? Ведь Украина была в Донецк-Луганск, я видел. У нас еще в школе было. В России так много было. Они хотят просто народ забрать себе гостем. Если хотите забрать себе, вы так немножко забрали, я думаю, хватит. Если не хватит, то забирайте полностью. А если Украина не дает вам солдатам, то, наверное, ну, войска идут в Украину, потом прилетают с Львова в Польшу, Польшу с России. Вот так вот. Потому что есть такие, которые хотят откосить, грубо говоря, от чего-то там. Сейчас просто много желающих воевать, поэтому нет, к себе даже уже нечем говорить. В принципе, все едут в Польшу подкосить, а потом уже с Россией. Польшу, Украина, Польша, Россия. Вот там встречаются популярные ютуберы, которые откосили. И Россия, и Украина. Вот, что происходит, когда вместо своей хаты и краю оказывается в центре мира без прикрытия. Это про Киев, скорее всего. Так, ладно, давайте уже в конце итог. Русская армия, наступление на Штома и Днепропетровск. Они не наступят. Ну, сейчас переговоры идут, поэтому из-за того, что наступают, то Зеленский будет говорить, Крым тогда будет наш, Донецк, Луганск будет наш, потому что вы сейчас нападаете. Ультиматум. Ну, санкции хай будут. В принципе, есть логика. Там просто еще в Украине некоторые европейцы ходят помогать в войне. Ну, в принципе, хай помогают, в принципе, хорошие дела. Так, через, кстати, 8 минут начнется открывать биржу инвестиций. Мы с вами, наверное, проинвестируем все же и продадим. Нет, продавать не будем, о том уже в следующем ролике расскажу. Там немножко подзаработать. Тем самым, в будущем мы эти... сожалеть ничего не будем, а то кто знает, что будет в будущем. В принципе, можно пойти куда-то работать. Говорят, сейчас первое место как-то воин, оружие, не забыл, армия, вот. Хай будет так, 30 тысяч гривен. У России 57 тысяч рублей. Грубо говоря, Украине больше. Я так смотрел, ну если вы патриот или там, не знаю, не патриот, а
воюете, достижение, полковник, вторжение, лидер, получаете косарь больше Украине, России, не понятно сколько, ну ладно, 5 тысяч. И Украине сказали, да, и ходит до 100 тысяч гривен. Минимум. Говорят, уже 30 тысяч почему-то. Или это я ошибаюсь. В России 57 тысяч. В России много денег, как я понял. Поэтому они воевать начали. Сейчас экономический спад, поэтому что будет в России. Ах, на сегодня все. Сейчас видите, как Россия расколется, потом она будет восстанавливаться и станет сильной державой. Ой, сильной страной. А в Украине то же самое будет. Так что будет потом перемирие, не волнуйтесь. Потом будут все развиваться. Непонятно как, но вот так будет идти. Возможно, Украина выстоит, кто не знает. Всем удачи. Всем пока.